очень понравился формат и касательно сроков все очень приемлемо, и касательно брифингов и, собственно, подачи нам информации. Все очень логично и даже как-то очень дружественно. Часть в архитектурном вузе довольно трудно как-то вдруг резко поменять свой подход к делу и переключиться чисто в дизайнерское русло. Присутствуют какие-то стереотипы в голове, от которых нужно было отходить. Не все, естественно, удалось, но в целом получен колоссальный опыт, в том числе и участие в конкурсах, и именно по разработке чего-либо. Выводы из этого можно сделать только положительные. Первостепенно, конечно, нужно было акцентировать внимание на наружном тотеме, потому что он создает первое впечатление, первую картину формирует. Если смотреть на масштабы комплекса, то он гигантский. То есть смысл в том, что люди, курсируя как-то по территории, должны прекрасно понимать, куда они должны подойти, чтобы узнать интересующую их информацию. Вот. То есть если мы видим издали уже маяк, то никаких сомнений не остается, куда идти. Потому что какие-то там стендики, которые там подрос человека, издали их не увидеть, а ставить каждые 5 метров тоже нелогично. Я вдохновлялся уже готовыми идеями ваших замечательных профессионалов, которые предложили бионические, футуристические, совершенно прекрасные формы. Какие-то интерьерные зарисовки совершенно тоже фантастические. Вот. Я, кстати, насмотревшись на них, сам загорелся попробовать начать делать нечто подобное. То есть я тут же взялся за карандаш, тут же какими-то там адскими способами начал все эти рисунки загонять в компьютер, тут же вспомнил все, что знаю про Photoshop. Что-либо делать, делать из этого правильные выводы и прогрессировать. А какие результаты на данном этапе, не столь важно.